Глава Калмыкии Батухасиков поделился. В очередной раз убеждаюсь, в республике интересная, талантливая и перспективная молодежь. Наши IT-специалисты под руководством Аркадия Мунеева запустили мобильную игру «Сокровища нации». С помощью нее можно изучить 30 языков малых коренных народов России, в том числе и калмыцкий. Игра для детей младшего школьного возраста, она поможет им научиться считать, называть цвета и свойства предметов на родном языке. Каждый народ в игре представлен персонажами в традиционных костюмах. Создатели также изучили знаменитые природные, исторические и культурные памятники национальных республик и на их основе создали 3D-модели. Все это придает особую атмосферу и помогает игроку лучше погрузиться в культуру народов России, отмечил лингвистический проект «Сокровища нации» победитель конкурса Института развития интернета. Каждый из специалистов и еще другие наши коллеги, которые работали над проектом, вложили действительно много в эту игру. И этот проект, он уникальный для, не только для нашего региона, но и для всей страны. Потому что мы все сегодня понимаем, что в интернете достаточно много контента на самых разных языках, да, там, на английском и так далее, но на национальном языке очень мало контента. И если ребенок сегодня может легко изучить любой язык, то вот учить национальный язык с помощью игр у него, к сожалению, возможности нету. Но теперь такая возможность появилась — видеть калмыцкий язык не только в жизни, но и в виртуальном мире.